Всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я Зератул, и мы продолжаем наш забежек. После последнего видео по апу рейтинга вне стрима я успел даже поспать, и в принципе это было правильно, потому что я там заснял 3 видео на сколько получается, на 4,5 часа. Это был уже вечер, и, естественно, было более правильно пойти поспать. Ну и вот, собственно, я проснулся, сейчас позаписываем еще видосиков. Закончили мы на том, что у меня тут второе золото осталось буквально сколько? 4 каточки до первого. Если мы будем хорошо играть в этом видео, то в этом видео будет не 3 катки, а 4. Вот. Это первое. Второе. Предполагаю, что сейчас вот позаписываю, добью эту платину и начну наконец-то инди-проектики свои проходить, потому что они меня уже там заждались, и Властелин колец, и Ютуберс Лайф, и Дид Спейс, и много чего еще, что вы не знаете, но что точно будет. Поэтому надо как-то уже профорсировать это все дело, а то слишком растянулся этот вопрос платины. Сейчас апнем платинку, а там и с инди-проектиками разрулим все. Ну и в целом акустический пролом мне сделали. Соответственно, в ближайшее время я начну клепать видосы, связанные с Heroes of the Storm, и не только. Наверное, займусь вопросом всяких гайдиков. Ну это, как говорится, посмотрим. Ну, собаки на меня там, он защищает мой дом от хейтеров. Да, теперь-то вам собакина слышно жестко. Ну, посмотрим. Снова покрутил настройки, кстати говоря. Настройки. Настройки звука. Надеюсь, все будет хорошо. Потому что в прошлом видео было какое-то, как бы объяснить, какая-то глухота в моем голосе была. Хотя я-то, ну, разговариваю звонким голосом, голос-то у меня командирский. Короче говоря, я посмотрел, накрутил еще усиление, подубавил немножко шумоподавление. Единственная проблема, вы теперь мою собаку будете слышать. Вот, а он у нас разговорчивый пес. Поэтому, когда я буду снимать Dead Space и сидеть весь такой в напряжении, у вас на фоне будет... Вот. Да, он подтверждает этот факт. Ну ладно, Хантер! Кш! У меня окошко открыто еще просто, чтобы проветривалось. Итак, погнали, собственно. Погнали. Что это? Гробница Королевы Пауков. Я думаю, можно здесь на Крысавчике, на Тассадаре, на Пробиусе даже. Давай по это самое. Немножечко повеселимся в первой катуле за сегодня. Напрягем вражков. Вражков красненькой команды. Так, который Ханзо с Джайной нарисовались. Угу. Ахилла не нарисовалась. Однако. Вот. Не надо нам этих ваших Ханзо. Бери хила. Давай. Пикай хила все равно. Рыгар вон. А, Рыгар забанен. Ну, какой-нибудь Моралес можно взять. Но я бы не хотел первым пикать. О, Андуин появился. Ну, слушай, раз Андуин появился, может мне тогда Брузера взять? Так, ну ладно, танк появился у нас, хил есть, Джайна есть, Кельтас есть. Может, сейчас вообще Зератул возьмем? Надо, по-моему, усиление убавить. Так,
Сделаю, а то вы слышите даже шорох. Хотя, может, оно и правильно. Ну, короче, разберемся. Ладно. Это видео будет с таким звуком. Собственно, внезапный выбор у нас тут нарисовался. I don't know what I wanna take in this game. Ну, возможно, я хочу взять Блейза, возможно, я хочу взять Пробиуса. А может быть, вообще Зератула сейчас пикну, если у них там... Если у них там тоненький сетап. А сетап-то тоненький, до Зератула уже не пикнуть, да? Печалька. А ну-ка го на Зибыча возьмем. Не беру никогда на Зибыча и вообще в целом редко на нем играю. Но раз уж тут видосик записываю. И раз уж у меня забрали Зератула и Пробиуса тут уже явно не возьмешь. Будем, кстати, надеяться, что этот Зератул как Зератул с прошлой катки. То есть Зератул, который взял Зератулу, только увидев мой никнейм. И в кои-то веки в моей команде есть пачка, а в их команде вроде как нет. Но эта пачка такая, конечно. Тут первое золото плюс серебро, но там серебро уже почти золото. Кто не грузится? Молтаэль из нашей команды. Нет, не надо мне бота в команду. Пожёшь, да. Ну, то есть вот так вот, да, игра балансит меня. Вот на тебе пачку, но на тебе ливера. Вот осуждаю игру за это. Я хочу адекватные игры. Йоу. Йоу. Йоу, бро. Обидка. Обидка, ребят. Так, запись-то вообще пошла? 8 минуточек уже идет. Ну ты прикинь, нет, ну ты прикинь. Это вообще, я такое осуждаю, конечно. Осуждаю. Тут, походу, челик вообще капитально ливнул. Начинать с ливером. Классика. Классика жизни Зератула в рейтинге Heroes of the Storm. Ну, хоть загрузи тогда катку, что ли. Раз он тут окончательно дропнулся. Я тут, кстати, драйвера обновлял на видеокарту. Надо будет потом посмотреть, не сбились ли настройки в играх в плане качества. А то, например, как... Это что, все пятер ливнули, что ли? Духи приведут нас к победе! Так. У нас тут Q-гейминг намечается. И в итоге-то он присоединился, все-таки присоединился. Ну ладно, прощен. Так, у них очень много тоненьких героев, поэтому я решил взять на Зибобыча. Ну и в целом я на нем давно не играл, хочется что-то поиграть. На нем геймплей-то, боже, кинул одну кьюшку и считай минус любой маг. А у них там шо Светик, шо Кельтас, шо Рейнар, шо Зератул. Очень все тоненькие, так что по фпсикам вроде все нормально. Вроде все нормально. А вот попадать не научился стример на Назибобыча-то.
Оп, паучки тебе в жбан. Ну ты чё ушел? А, ну я попал. Хорош, кидай. Правильно, правильно. Кидай его ко мне, чтобы я в него кьюшку кидал. Это самый разумный выход. Ну ты молодец, что сюда пришел. Только дай я убью этих паучков, ибо мне стаки нужны. О, я вижу, что ко мне тут пришли. Ух ты ж, какой агрессивный. А у Зератула три колечка. Все-таки Зератул взял Зератула не потому, что он мой никнейм увидел, а потому, что играет на Зератуле. Но это, конечно, интерестинг. Интерестинг, интерестинг. Главное паучков настакать. Он уже 43. Я думал, Рейнер пойдет, как только исчезнут зомбаки. А он не пошел. Однако. Маны нет, давай бэкнемся. Воф-воф-воф-воф. Хейтеров прогоняет. Мой пёсель. Темпосики надо пособирать, и монеток-то у меня сколько? 4, у нас целых монеток что-то нема. Мы их вообще не собираем, да? Я правильно понимаю? Опа, брат эти. На, брат. Не один тут ты играешь на Зератуле. Полный инвиз он тут встает мне. Тоже. Тоже мне дилетант. Так, вот эту пачку собираем и иду собирать осадку. Всемисли? Нет. Нет. Да ну ладно, ну что за тайминги противные? И давно ты тут стоишь, падла? Ну тебя убьют за это, мерзавец. Фокус по нему, по светику. Да блин, их тут еще и трое было. Ой, ну и тайминги. И они все безнаказанно уйдут, злодеи. Ай-яй-яй-яй. Обидка. И осадку отжали мою, и в целом... Что за преколы? Обидно, обидно, обидно. Ну ладно, сейчас настакаюсь вам всем бошки поотрывая. Так, знаете, там куда-то там вам, блин, не попал. Так медленно кидается эта кьюшка, ну уж вообще. С другой стороны, кидалось бы быстро, была бы имба. И так уж переапанный герой получается. Седьмого левела еще нет. Так, вот появился. Ну слушайте, ну вы что, охренели? Да лоу. Что-то мне вообще не нравится. То, как меня тут жестенько чпокают. И паучки не наши. А по настройкам, кстати, что? По ощущениям, как будто графика слетела. Хотя вроде бы я... Отражение есть? Нет. Значит, не слетело. Ладно.
Пойдем дефаться тогда как-то. На миду проблемки большие, это явно минус кипа на миду, блин. С первых паучков. Ну ты зачем его пнул? Ой, боже, бомж! Ну и я из-за этого кьюшкой не попал. А так бы попал, он бы сдох уже 100 раз. Ну блин, ну что за борода? Что за тиммейты? Ну кто так делает и зачем? Наверху минус кипа. Ну ты понимаешь, нет, насколько вот у нас все не клеится в этой катке. Вообще обидка. Десятки нет. Ладно, они разберутся сами, хотя Малтель тоже пошел, ну и окей. Нужна десятка, и нужно, чтобы Лусио перестал отпинывать кьюшкой, иначе это прикол какой-то. По кильтасу хотел зарядить паучками, и не вышло. Монетки надо сдать, а то мы что-то вообще ничего не сдали. Наверное, все-таки тут будет дух. Хорош, хорош, хорош. Вляпался в мою штучку. Блин, он 20 кристалликов стыбзил. Вот это нехорош. Да, согласен, босс, это неплохая идея. Жаль, что у нас кипа на боту отдается за это. Железно причем отдается. А Малтаэль дерется, да? Ну, окей. Сейчас его там убьют, к нам придут и нас еще накажут. Печально, мы все дальние кипы отдали просто так, за бесплатно. Хорош, не успел. Не свезло. На тебе паучков. Так, пойдем на бот. Что-то там шляпа какая-то происходит. По дороге давай только посокаем. А то левел-то у нас отстает значительно, я бы сказал. Да блин, тут, пожалуй, пока сокаешь, 100 лет пройдет. Ну-ка, отвали нахрен от меня. Монетки надо сдать, у нас монеток много. На тебе. На тебе. На тебе. Давай, хорош, брат, давай. Так, все. Тут отъехал челик. Тут малыш постоял против моих паучков. Молодец какой. На тебе еще паучков вдогонку. Где там кто стоит? Только вижен дайте. Блин, не попал. И сдать мы не можем, а у них хватает. Они сейчас просто сдадут, лол.
Нам нужно сдать, срочно. Они сдают наверху. Ну да, даже не наверху. Но у меня 15 монет, и я умираю, я правильно понимаю? Пока они там пытаются запинать Зератула, который играет через Ешку. Или через что он играет? Через Кьюшку с Ешкой, да. Ну, хреново нас тут раскатали, по-моему. Мы просто не мешаем им сдавать, а сами не собираем кристаллы. Вообще не собираем. Фиговенько получается. Сейчас эти паучки снесут нам все. Я думаю, мид точно упадет. Хотя, конечно, попробуем это все дело изменить. Угу. На. 5 паучков тебе. В жбан. Или сколько их там? 6. Блин, я бомбу раздал. Ну, это все, конечно, очень не очень. Но мы, допустим, не потеряли кипы. Допустим, предположим. На. Допустим. Кристалликов-то у нас вот достаточно, надо пойти да сдать всем дружно. Но мы что-то не хотим сдавать. Непонятно, почему только. Зератул спалился. Да блин, вонючий свой стазис вырубил. Ну вот как так, а? Все померли, охренеть. И хренова гора кристаллов осталась здесь. Вот же бред. Такой бред, просто такой бред. Ну, нас раскатывает. У них 16-й, у нас нет 16-го, да, вот поэтому мы и померли. Обидка. Сейчас они за боссом сбегают. Наверняка. Все пытаются убить Зератул, а Зератул с червоточиной. И в итоге Зератул как танк играет, блин. Все пытаются его шлепнуть, он оттанковывает, уходит, и в это время там горош с Кельтасом и Рейнером напинывают. Но это хреново очень, я бы сказал. Ну и кристаллики мы теряем с какой-то просто невероятной скоростью. Нельзя так. Да, он еще и щиты взял именно по той причине, что понимает, что все пытаются его убить, а он с червоточиной. Вот научилась бы моя команда не по нему бить, а по какому-нибудь Рейнору или Светику. Или там Кельтасу. А, мы сдали монетки и умерли там, да, без меня? Круто. Блин, потрачу босса. На босса. Может, побыстрее убью. Может, кипу задефаю. Нет, не задефа. Катапульта там настреливал, к сожалению. Тут что происходит? Тут вся моя команда полегла, да? Печально.
Ну, у нас все очень плохо, я бы сказал. 20-го нет, во-первых. Во-вторых, у них все форты целы. В-третьих, у нас в целом команда очень странно как-то действует. Ну, давай, прыгай ко мне. Ну, пошли вниз, хоть что-нибудь нам нужно снести. Иначе мы так никогда не выиграем. И не камбэчнемся. Ну вот сейчас мы зашли явно слишком далеко. Да, метка на Рейнера вместо Светика. Ну не, это бред. Малтаэль просто упоротый какой-то, я не знаю. Чел, он вообще просто лезет и дохнет. А, ну да, 1-8. Просто упоротый хрен, но очевидно же, что не нужно бежать аж вот сюда, когда даже эту кипу не снесли. Но Малтаэль, короче, очень слабо играет, и он нас похоронил, по сути, сейчас. Сейчас они просто в кору пойдут. Ну, не знаю, ребят, не пошло. Не пошло. Оказалось, команда очень слабая. Да и я тут вначале кьюшками не попадал, но не попадать кьюшками не равно умереть 8 раз. Обидно. Надо чекнуть, что это был за Малтаэль, потому что, ну, вот тут вот прям тупая была ошибка. И все, главное, повелись, даже я. Мы стояли вот здесь, воевали, Малтаэль пошел вперед, ну и довел нас аж до их коры. Ну что это за бред такой? Мы сразимся вновь. Ни одного файта толком не дали. И все кристаллы всю игру просирали. Обидка. Ай-яй-яй-яй-яй. И снимут сейчас 220, конечно. 204. И у меня сейчас будет ровно 0, да? Сотри. Одно очко рейтинга, лол. Так, вот такая катуля. Но такие таланты, откуда ты явился, брат? Ну это же вообще позор. Так играть 1-8. А, ну этот мистер не играл на Малтаэле, решил его по какой-то хер взять. Они в пачке. Но обычные челики, я не заметил там каких-то смурхов. Хотя вот этот вот чел подает надежды на подобное. Ну, обычный челик на Кильтасе. От него не было каких-то супер комбо. Обычным челиком проиграли. Просто эти челики были посильнее, чем мы. Жаль. Жаль, жаль, жаль. А я-то думал, если будет 4 победки, то тогда видео... А в смысле, если будут 3 победки, то тогда сделаю видео на 4 победки. А тут он сразу и посос. Ну тогда это видео будет на 1,5 часа, к сожалению. Наверное, я на паузу поставлю, чтобы не томить тебя ожиданием. Нашлась катуля. Заодно я еще успел сходить за водичкой и яблочком. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Попробуем в этой катуле взять Зератула. А я тебя помню. Танков у нас не будет, да?
Меня сажают на танк, ребята. Я не хочу играть на танке. Обидка. Ну блин, ну что за борода? Яблочко я скушу. Ну вот Молфарион прям так и хочет, чтобы я взял Зератула. Ну, вот его 1800 хп на старте, они прям мечтают, чтобы в них вонзился клинок Зератула. А мне не дают взять Зератула, получается. Обидно. Сильвана, ну ты посмотри, блин, у них прям вот... Челик взял Ануба, печально. Он, короче, погнали в два танка. Ну блин, вот так и знал, что надо было брать Зератула. Но челик написал, что он первый раз на Нубараке играет. Врет, наверное, он же смурф. Полюбасу врет. Ну, надеюсь, наш мистер Роберт на загаре таки будет жестко пушить. И не даст врагам шансов. Врагам типа Сильвана и Дыхальки. А еще я думаю, они на какую-то линию сразу пойдут. Мне вообще всегда, когда я вижу Сильвану, у меня прям есть подозрение, что она на какую-то линию побежит. Бой вот-вот начнется. Прям не терпится. Шоу начнется через 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Да начнется веселье. Да начнется веселье, ребятки. И не надо так делать. Побежать меня уронием своим. На, поджепник тебе. Да блин, собаки, ну успокойся. Что там происходит на улице? Меня отправляют на топ. Ну, пойдем на топ. Раз вы так просите. Ой, да отстань. Вот это вот. Вот не надо только вот этой вот херни. На перетяжке что-то станить. Ой. Не то количество у меня хп, чтобы меня так убить тут на перетяжке. Скорее надоедаешь, нежели реально мешаешь. Thank you.
вдвоем еще пришли меня убивать, ты посмотри. А там Загара отъехала. Печально. Хреново у нас все, короче говоря. Пойду я попробую осадку забрать. Но у меня есть большие подозрения, что мы не заберем этот дар. Но я же кидал, ну почему? Вот что это, ребят, такое? Вот два раза пришлось нажать, а сейчас у меня закончилась мана. После катки я пойду, не знаю, успокою собаку. Посмотрю, на кого он там лает. Ну нет уже, все, поздняк метаться. Я начал брать этот кэмп, значит я его возьму уже. Надо было раньше думать. Что у нас там семечко, и что вы мне не помогаете, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну семечку отдали, окей. Чё там паникует чел, говорит, не брать мне харду, семечко вот уже появляется. Как раз под семечку я бы и взял эту харду. Сейчас, может, мне кто-нибудь еще поможет. Они вот там воюют бесполезно на топе. Вот это факт. Ушли с топа. Ну и что я должен делать? Они стоят на топе. Один я не пойду на семечку. Короче, у нас какая-то неслаженная команда. Сейчас просто будет третий дар уже, и мы даже не это самое. Не пытаемся как-то создавать сопротивление врагам. Просто отдаемся на халяву им. Интересно. Вон вообще отсюда, малыш. Пойду бэкну, сейчас появится новая семечка. Десятки у нас нет, а ну барак там стоит. Загара, видимо, уже пару раз сдохла. Да, так же как и Леминка. Да тихо ты, установи ману. Ну и вот третья решающая семечка. Хоть кто-нибудь придет на третью решающую семечку. А ну барак там воюет с Гензи. Интересно, конечно. Ой. Через низ сейчас придет. По любасу. Блин, ну или так. И ведь ничего не сделаешь с ним. Со стазисом его. Толпа-то будет какая-нибудь? Где наш Анубарак? Анубарак наверху, зашибись. Этот чел берет, когда очевидно, что не возьмем. Ну лол, ну челик, ну ты нас похоронил. Ну это просто забей. Что за беспомощные, ребят? Я взял ради них танка. Лучше бы Зератула взял, сейчас бы вырезал бы всех. Ой, бредятинка. Ну тупо Анубарак реально не пришел на третью решающую семечку. Гензи давно уже ушел оттуда, а Анубарак там так и стоял. Вот прикол. Загара умерла, очевидно. Форты же не дефают, ничего. Да. Уф, ну вот куда ты лезешь, брат?
Они же сейчас просто пройдут. Я умер. Д нажми. Ну Д нажми. Ну, ну что, у тебя нет Д? Серьезно? Ой. Бред. Просто бред. Команда беспомощных каких-то инвалидов играет. Я в том числе, видимо, да? Бред. До свидания. Этот форт отдавать нельзя, иначе никакого камбэка не будет у нас. Вообще. Вообще. Сейчас моя команда там поляжет. Ну вот вдвоем. Ну куда она пошла, ваншотная? Ну видит, я ушел за гарой. О, ребят. Ну мне прям что-то вообще не нравится. Все, что происходит. Прям забей. Почему нужно просто как личный какой-то, я не знаю, охранник бегать со своей командой? Почему я не могу отойти ни на секунду? Кто-то дохнет. И нет, я не единственный танк. И вообще я как рубака, считаю, в этой катке. Стуков минус. О, Леминка взяла луч против дефлекта Гейнзи. Лучшая. Просто лучшее взять луч против дефлекта Гейнс. О, боже ж ты мой. Ну, этот хрен тут выживает, конечно же. Я вообще валяюсь, ребят, с этой катки. Но она умереть должна. Давай, забираем вот это. Давайте это дерьмо камбэчить. Нужно сейчас пособирать все компосики, пособирать семечки. И как-то нужно, ну, что делать? А то так можно и реально с концами отдаться. 3.17. Жесть. И 2 левела отставания, 3 уже. На тебе. Покатайся на паровозике. Блин, мана закончилась. Ну как не вовремя, а? Да, он закопался, будучи почти фуловым. Вернее, став почти фуловым. У меня нет маны, ну типа я могу прийти, да, потанковать, да, а дальше-то чё? Не, здесь ГГ. Ни у меня, ни у Загара, ни у кого нет маны. И я умер еще. Фаталити. Может быть там кип, конечно, пассивно спушится, но это очень маловероятно. Загара мертва. Гэнзи с Синганом. Гэнзи, кстати, похож то ли на Смурфа, то ли на задрота Гэнзи. Вообще они вдвоем, да, гангают его? Пачка получается. Там пачка играет. Гэнзи вместе с Сильваной побежали гангать Загару. Как будто бы по войсу. Надо будет потом почекать. Но у нас все хреново в этой катке. А Леминка никак не научится... Не сдавать свой лучик в дефлект Гэнзи. Ну это же бред. И сейчас просит помощи. Ну кто ей поможет? Вот. Ребят, надо было брать Зератул. Это была моя ошибка. Я подстроился под команду. Сейчас я еще и умру за эту команду. Ну да. Ну этот хрен танцует. Ему нормик. А я сделал тупость, да, и это поход в кор вообще. Блин, я похоронил нас окончательно. Ну что-то я в тильте, ребят. Наша команда настолько слабеет, что просто забей. Ну вообще ничего не делаю. Тильтанул немножко стример. Но он... Леминка тупо фидит. И я тоже начал фидить. Хотя в сравнении со стуком и Загарой, тут, конечно, да.
Но это пачка у них, я так понимаю. Да боже, что меня так пинает? Это Сильвана в меня так вливает урон, охренеть. Ну там просто забей вот этого урона. Ну да. Ну не, это все, до свидания. Давай, давай, в дефлект сдай луч. Не, ребят, тут фаталити. К сожалению. К сожалению, тут фаталити. Ну давай, это пачка со смурфом. Давай, чекнем. А у меня Оло Леша, который играть не умеет. Короче, больше я не подстраиваюсь под команду. Хрень это все, подстраиваться под команду. Вот такая катка, вот такие таланты. Пачка Сильвана Гензи? Нет. Погоди, там же показал. А, вот какая пачка. Вот эти челики в пачке. Ну и чё? Ну тут понятно было. Тут обычный челик. Этот челик бустит этого, судя по всему. Гензи задрот на Гензи. Ну да, у него три кольца. А Сильвана смурфик. Ну да. Ну, что тут скажешь, ребят, погнали дальше. Все, что скажешь. Ну вот и карточка нашлась заодно. Удобно для вас, что во время видео я могу поставить на паузу, и, соответственно, вы не будете долго ждать поиск. А я-то посижу, конечно, жду. Все, хватит. Посливались. Пора и честь знать. Сейчас берем Зератула на пофиг и пытаемся затащить. Иначе это уже не смешно как-то. Иначе это уже как-то не смешно. Два поражения вместо трех победок. Там не хватало-то буквально 4 катки до этого самого. Рогарчика отдали. Так, что там, я пикаюсь, да? Сейчас, если не уберу. Ну, я уберу. Я не заинтересован тут в таких пиках ранних. Так. Зул'джин. Блин, не люблю Зул'джина. Противный Зул'джин. Вечно его не убить, потому что у него это бессмертие вонючее. И вообще у них пачка жесткая. Так, давай их возьмем, короче. Последними возьмем, короче.
Короче, давай возьмем, короче, потом, короче. Не хочу сейчас брать, потому что непонятно, что у них там будет. Если у них сейчас там будет какая-нибудь Джайна или что-нибудь такое, то я еще подумаю. А если у них там сейчас еще будет два жирных персонажа, то может Тайкуса взять. Ну и да, попробую вот в середине видоса подрубить шумоподавление все-таки. Посмотрю, чтобы, так сказать, можно было сравнить. Или да. Килтузат, вот видишь? Ну здесь мы зиратульчика возьмем. Дратути. Дратути. Возьмем зиратульчика. Против Килтузеда с Иллиданиусом. И давай, может быть, я попробую записать подольше все-таки видео, хотя бы в нолик выйти, а то заканчивать видео на том, что я тут в минус 2 сыграл. В минус. Ну да, в минус 2. Пока что. Пока что в минус 2. Начнется через 10 секунд. 10 секунд, и битва начнется. Ой. Как это вышло? Лол. О, здорово. Тотемчик тут стоял. Зул'джин спалился, потому что я видел. Или да. Спалился. Ладно. Ну что ты не подошел поближе, брат? Что там происходит без меня? Я тут напрягал Зул'джина, а там вся команда отъехала, походу. Ошибочка получается, ошибочка. А Орфейка мне поможет взять кемпосик? Ладно, одну псинку запинаю и убегу. Я же запинаю одну псинку. Тогда, видимо, да.
Так, тут все задефано. Отлично. Бэкаемся. И идем на охоту за килтузадом и прочими лоу-хпшными целями, вроде Иллидана. А Иллидан, кстати, тоже молодец, сделал Иллидана против Орфея. Орфей так-то вообще очень противная для Иллидана. Ведь фактически у нее весь урон идет с прокаста. Ну, если не качать автотек, конечно. Упсик, ты шо? Ты шо, малыш? Ты прям вот настолько... Ты прям вот настолько готов мне себя подарить? Так, здесь сейчас запинаем чубриков этих. Ну все, точку забираем. Не запинаю, да, его? Ух, как больно. Не, ну слушай, не надо наглеть, брат. А тебе замедло. Вайтман хорошо мне подхилило. И мы забрали барашков, и Седогриф снёс скип. О, да это бесплатная катка. Эта катка закончится быстро, я чувствую. Тьма сгущается, и это... предвещает нам быструю победку. Потому что мы разим из тени. Погнали. Ускоряемся. Седогривы ганга, кстати. Ой. Да шутчик. За шо вы так меня? Да боже. Да я отвлекся. Носик почесать не дали. И седогриву пингануть. Обидка. Ну ладно, что. Зафидонил, как бомжик. Джоха там стакает Зул'джин, я правильно понимаю? Блин, пипец, все чешется. Не проветрилась еще окончательно комната просто после поклейки. А видосики снимать надо. Времечко-то поджимает. Наши налетчики сражались и погибли с честью. А десятки-то нет, кстати говоря. Ну слушай, брат, ну ты вообще косой. Что ж ты тогда лезешь-то так во фронтлайн? Если ты сам понимаешь, что ты косой. Наверняка же понимаешь, но не верю, что не понимаешь. Так, ладно, тут сопротивление не оказывает нам от слова совсем. Это катка в одни ворота. К счастью или к сожалению. Но раз такое дело, то возможно я сыграю 4 катки. Если эта катка закончится минут за... Блин, я промазал. Если эта катка закончится минут за 15, за 12, то я сыграю все-таки еще одну и надеюсь, что выйду в нолик таким образом. И вообще, давай играть пока на Зератуле. Что-то... Что не катка, то надо было брать Зератула. Раз такое дело, давай на нем поиграем. Игра намекает, что пора играть на Зератуле. Ой, ты меня проглотить решил, серьезно? Ты сейчас вот серьезно? Ты уверен, брат, что ты хочешь меня проглотить? Ну, надеюсь, он понял, что Зератулов кушать не надо, бывает несварение. Потом придется всякие таблетосы пить, гастрит, и никто не хочет. Поэтому давай это, хара меня жрать, мальчик. Наших воинов держат в этом лагере. Блин, столько ваншотиков. А меня нету рядом.
Он там седогриф сейчас разрулит. Ой, отвлекся. Ну да, но это, ребят, что-то я не знаю, прям жестко в одни ворота катаем. Несмотря на то, что я там по глупости фиданул немножко. Но лишь немножко и лишь по глупости, так что все нормально. Дай-ка я башенку попинаю, похилюсь. Я говорю, похилюсь? За что ты меня так бьешь? Ну там минус седогриф, к сожалению. А! Да блин, что-то хрень какая-то. Мы все сейчас посыпались. Внезапно. Что-то какая-то тупая ситуация. Никто не ожидал, что мы отъедем, и все отъехали, потому что никто не ожидал. Я не ожидал, что Иллидан по итогу в меня влетит, а не в Вайтмен. Вайтмен не ожидал, что в нее топоры из Дулджина прилетят. Что-то мы, короче, расслабились. Такое нельзя делать посередине катки. А то можно катку-то и отдать. И вообще, эта катка должна была закончиться к 12 минутам. Что происходит? Давай. На. И минус армор тебе, на. Блин, я за ним прыгнул. А-а-а-а. Жесть. Жесть. Да блин. На. Короче, надо было просто отдать этих барашков. Седогриф там еще у нас пушит вместо того, чтобы сюда прийти. Что-то все, мы расслабились. Ай-яй-яй, сейчас нас стоит накажут. У них пачка-то жесткая, пускай и кривая. Ну типа вот, все, минус вся команда. Минус Джоанна сейчас будет. Или нет. Или да. Капец. Что происходит? Мы так жестко выигрывали и сейчас так жестко сливаем. Ой, хорош, килто сзади, иди ко мне. Типа я это не задефа. С уважением. С уважением, сори. Нет, спасибо, я хочу жить. Враг уничтожил форт. Не-не-не, я понимаю, что у тебя там бессмертие. Я чисто так. Создать видимость того, что я иду тебя убивать. Может там ульту у тебя за это самое заставить поражать. Давай свою ульту. Да лол, серьезно? Он зажмотил ульту? Однако. Я же все правильно понимаю, у него же таз динго. Ну? Или он ее уже прожимал? Что-то я не понял. Пойдем-ка пропушим линию, пожалуй. Прям за боссом. Прям идем за боссом. Прям вот идем. Не, ну я без Джохи не пойду. Альянс опять за свое. Освободите наших бойцов из вражеского плена. Он меня видел, как думаете? Как я тут интересно стою, ребят. Да просто забей. Можно было попробовать этого Иллидана, конечно, отжать в такой момент. Ну да пофигу. Мне кажется, пора сваливать. Орфея что-то пошла туда, куда не надо было идти.
О-хо-хо! Ничего ты выжил, малец. Ну что ты какой-то такой себе размен. Орфей это пожестче будет, чем Элидан. Отдавать Орфея в обмен на Элидан, ну... Такое себе. За вторым боссом, что ли, идем? Или что мы тут? Антох. Не свезло Антохе. Мой клинок оказался быстрее. А че у меня какие-то подфризы, как будто инет лагает? Вы замечаете? Но инет не лагает. По крайней мере, не должен. Да блин. Луджин давно не видел, а он нашу эту брал. Осадочку, да? Это значит, что он сейчас придет к нам. Ваншотненький. Или вообще не придет, что-то его нигде нет. О, мы забираем точку, осадка там задефается же. Не похоже. Ну, всегда гриф задефает. А Зулдан через бэк пришел. Понятно. О, влетели. Опять влетает в него. Что ж ты за падла такая? Хватит трогать мою псину. Наша спасательная операция провалилась. Соберитесь и захватите лагерь. Тычку дай. Отличный бой. И вот этому надо тычку дать. Зашел. Тра-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-ра-ра. Так, сайонару. Ого. Я так понимаю, у нас там проблемки на... На этом самом, на миду. Но их вроде бы Сидогриф решает. Вот ты чё там стоишь? Меня провоцируешь, брат. Блин, выжил ведь. Орфея добила, окей. Ай-яй-яй. Ну, сейчас-то мы закончим, я надеюсь. Пойдем за боссом. Один кто-то пусть дефает, я пойду за боссом. Ураган не сравнится с нашей мощью. Наступаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты опять где-то отъехал кто-то. Что ж вы все ходите по одному? Так что по фонтану? Лизнем фонтан и пойдем. Но сейчас мы должны прям вот под ноль. Либо под ноль зачистить все, либо вообще в кору сходить. Потому что у нас тут идет все, что может только идти. Боссы, барашки. Надо этим воспользоваться. Килпузар вкусный. Ты что тут, малыш, вообще забыл? Еще один такой наёт. И что мы? Мы им даже кипы не снесли под ноль? Ну это ж бред. На, жри, свинец. Ну или клинок тебе в жепку в моем случае. Интересно, а у Зул'джина есть бессмертие? Вообще, как тут воевать нам? Я не понимаю.
Где они все? Либо на осадке, либо... Ты чё вообще? Ты чё вообще? Это вызов, что ли, для меня, брат? Ну-ка покажись. Так они босса берут, он меня ведет к боссу, они на боссе все. Там либо трапчик, либо босс забирается. Забирается босс. Интересненько. Интересненько. Босика нам взяли. Ух ты, что началось-то сразу? Ни хрена ты замедляешь, брат. Ну, минус кипа, к сожалению. Но босса-то мы ушатаем, конечно. Да блин, седогриф разменялся, зачем? Когда можно было этого и не делать. Мы отбросили альянс от нашего лагеря. Дальше тут боссик разберется. Блин, нафиг он так сделал? Он разменялся сейчас не вовремя. Дел туда, да и я убью. До свидания. Свидание. Я же говорю, надо Зератула брать. Просто вот берешь Зератула, нет проблем. А берешь всяких этих Блейзов, короче. Тассадаров, они ничего не могут. Ну, брат, ну ты умрешь, но я тебя перепинаю. Понимаешь? Все. Ну просто потому, что я могу. Короче, да, надо играть тупо на Зератуле. Мне кажется, на Зератуле мы побыстрее будем апаться. Потому что Зератул, он универсален. Ты его берешь, и как бы нет проблем. А все эти блейзы и так далее, у них столько контрпиков, что забей. Кто вот меня контрит? Утер де Вариан. И то как бы. Против Утера и Вариана можно играть. Ладно, сама разберешься там. На пару с Джоанной. Не, брат. Не тот герой, чтобы так делать. Давай, хукай. Не захотел. Ой, начинается. Меня хукнули и сожрали. Обидно. Ну, блин, ты серьезно? 1 в 3 влетел? Ну вот это я еще могу понять, да? Как бы там туда-сюда. Так, все, я готов улетать в Кил-Тузада. Да, алло. Все так бьют, все так бьют, вообще не подойдешь. Ты не умираешь? Серьезно? Охренеть, я в него там влил. А он не умер. Корт допинайте. 2000 хп осталось у корт. Ну, Орфей дерется. Но сейчас эти 3000 хп, а барашка умрут, я так понимаю. Или нет? Блин, они задефались. Ну вот прикол, а. Боже, ну Орфей дралась вместо того, чтобы кору 1000 дать урона. Тупо в кору нужно было урон сдать. А сейчас они к нам в кору придут. Ну вы чё, это еще и отдать хотите? Эта катка должна была закончиться 10 минут назад. Чё тут происходит вообще? Хрена они ее убить пытаются. Она выживает там, он 106 тысяч нахилял. В одну себя, наверное. Ну, Иллидан идет за нашей хардой, в смысле, за нашей изей. И он еще об этом пожалеет. И не раз, потому что помимо Седогрива туда приду еще и я.
Седогриф торопится, к сожалению. Чего? Как это он не умер? Вот как он не умер, объясните. Ну вот как он не умер? Как я сейчас умираю? Винвиз, Винвиз, Винвиз. Да почему в Винвиз-то я не встаю? Да что за бред? Что меня травило? Меня типа яды стичеса, что ли, убивали? Так мы сейчас проиграем так. О, у них, кстати, кор падает. Но не упадет, походу. Ну да. 900 хп у коры. И Седогриф рядом стоит и ни хрена не делает. Боже, это катка абсурда просто. Катка абсурда реально. Все, бэкайся. Что за бред происходит? Что здесь за бред происходит, ребят? Почему конец катки такой убогий? Почему я не мог зайти в инвиз? Почему Иллидан не умер, когда я дал в него 3 кьюшки, будучи ваншотным? Что происходит сейчас вообще в этой катке? Орфея фидануло. Как и я, в принципе, против Иллидана фидануло. Но меня там хукнули, типа, и я пытался выжить очень долго. Сейчас вот эти вот челики отъедут. И таким образом похоронят все наши шансы на победу. Ну это что-то прикол какой-то. Пойду-ка я заканчивать с этим боссом, пожалуй. Это что-то too much. Too much абсурда для одной катки. In my horrible opinion, нужно закончить это сейчас. Но мы этого не сделаем, да? Да, мы не сможем закончить. Вообще ни разу нет. Блин, ну и бредятина. А там еще и Вайтмен фидануло, да боже ж ты мой. Ну это какой-то, я не знаю, абсурд. О, она не фиданула! Найс, 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 найс. Надо пойти помочь. Пойти помочь. Сорочняк. Да умри. Ты умрешь, брат, как только выйдешь из своего бессмертия. Ну все, пойдемте, минус 3, пошли в катку, в кору. Мы же пойдем в кору. Мы же умнички. Ух ты. Ой, я ударил случайно тотем, да? Печалька. Маны нет. Он пытался похилить кору? Нет, он так не работает, это здание. Короче, что, ребят, это катка какой-то парад абсурда, вот ей-богу. Ну, типа... По-моему, мы сами по своей вине растянули эту катку на овер миллиард лет. Что-то бред. Ладно, сейчас я поставлю на паузу, найду новую катку и таки сыграем 4 катки. И таки сыграем 4 катки. Ну это что-то прикол какой-то. Так, вот такая катуля, вот такие таланты. И снова мы в золоте 2. Паузу ставлю. Ну и вот еще одна катуля, ребятки, нашлась. Достаточно большой тут получился перерывчик. На самом деле отвлекся на кое-какие дела. Но в этом и главная прелесть записи видео. Я могу отойти на сколько угодно по времени, а вы даже ничего не узнаете. Собственно, вечная битва, четвертая наша катка, заключительная в этом видео, надо выйти в нолик, ну что-то не пошло, не пошло, я достаточно не сосредоточен, и как-то я вот не знаю, надо взять себя в руки, ну,
И, возможно, в следующем видео будет уже получше. Можно было бы еще драфт мотать. Это было бы так прекрасно. Это было бы так прекрасно, так прелестно, что не описать словами. Бан Зул Джим. А? Зул Джим. Зул Джима бань. Ладно. Опечаточка. Ну да пофиг. Пускай они берут Рейнера, я Фалс туда возьму. Светик. Давай Фалстада возьмем. Заберем у них Фалстада на вечной битве и попробуем хорошенечко порейсить в этой катке. Они забрали Лунара, но это не критично. Кильтаси, кстати, должен убивать Лунара. По-хорошему-то. Ну и им нужно еще кого-то забанить, кто неплохо рейсит. Ну, Варриона я бы забанил в два мяча, например. Опасный противник на этой карте. Рейсит хорошо, да и в целом у нас тут... Ну, хотя у нас станов много. Ну, не знаю, пусть челик думает сам, кого тут забанить. Газлика можно забанить. Трала, кстати, Трал больно очень. Ну, Ханза тоже как вариант. Ханза в кластерке, это опасный Ханза. Тайкуса забанили, там чё-чё гал. Интересно. Говорящий бан. А может ли у них быть Чогал? Ну, вообще, в принципе, да. Нас убить и Чогала взять. В смысле, нас убить и Иммортала забираешь, там они допинают. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, там какой-нибудь Газлик или что-нибудь такое. Так, Орфея. Империи. Ну, Рейса у нас больше, я бы сказал. Седогриф. Фалстад. И... Кто еще может у нас рейсить? Ну, Мурадин, конечно, это такое. Молотом по 1000. Ну, Седогриф и я, короче, будем рейсить. У них Лунара будет жестко рейсить, потому что у нее там еще талантики есть. А остальные, я бы не сказал, что они какие-то тут прям лютые дамагеры по имморталу. Верхом на грифоне. Кого-то он мне напоминает. Мистер Дэдпул нам озвучивает каточку. Битва начнется через... Ну и нам нужно выиграть, чтобы выйти в ноль. А то как-то не очень получилось.
Две катки слили, одну катку выиграли. И дальше я начну записывать следующее видео, где я надеюсь, мы будем уже прям реально апаться, а то что-то это видео, считай, можно сказать, что и не было его. Если я сейчас выиграю. А если проиграю, то оно, конечно, было, и оно было в минус тогда в таком случае. Ничего меня палит? Вот эта хрень стоит. Понятненько. Я его не достаю. А Кельтас у нас умер. А Мурадин у нас АФК. И как вот это понимать? Ой, ну слушай. Больно. Больно было вообще-то. Чё с нашим Мурадином-то? Чаёчек не заварил перед каткой? Или в тубзалет не сходил? Ну, ребят. Вот тут стоит эта штучка. Ну, зашибись. Начинать катку с вылетевшего Мурадина, вернее, с АФК Мурадина, это вообще не ок, я бы сказал. О, проснулся. Wake up на его. Follow the white rabbit. Ага, sorry. Ну, хоть это там, посрать-то сходил. Или куда ты там отходил? С облегчением, брат. Икич. Я вот не понимаю, если ты, типа, не можешь доиграть. В смысле, не можешь там... Да почему я не добил-то? А, ладно, Кельтас добил. Если ты не можешь... играть, то ты нафига стартуешь-то катку? Или он думал, что она искаться будет долго? Она не искалась долго, да? Она долго не искалась. Месье Кельтас? Салама шаля норы? Или не саля норы? Что там у нас? Как оно? Кого где? Кого где чего? Так, ну и рейсить, соответственно, побежали в срочном порядке. Я изгоню тебя из этих земель, демон. Не убьем? Убьем. Окей. Ну, первый Мортал, судя по всему, будет нашим. Так, дальше тут команда справится. Я пошел за маной. Потом перелетом вернемся рейсить Мортал. Он будет, наверное, вот здесь вражеский, да? Да. Да эй, блин, бодиблоком меня стуков зажал. Ну и Immortal наш. Пошел дефать вверх, а вверх за деф. Ну, отлично тогда. Я так понимаю, Immortal наверх наш вниз пойдешь. А что так вдруг? Ну, Immortal слабый, у него хп мало, поэтому мы пойдем наверх вместе с Седогривом и кемпом подпушим. Данное все действо. Вот это можно еще на подходе даже снести. Ну и минус кипка на халяву для нас. Ну хотя уже не на халяву, двое снизу сдохли. Ну я же нажал, лол. Как так-то вообще? Могу поспорить, и будет не хватать.
Так. Дальше, получается, перемещаемся вниз. А, мы воюем? Ну, брат, ты сам виноват. Тебя никто не просил сюда идти. Погнали. Резкенько, пока тут минус Орфея. Сейчас всех их тут допинаем, я думаю. Так, кипа на халяву. Компосики я бы вот не стал тут прям так уж захватывать. Берегитесь. Может быть, бы вот их бы подождал. Битва скоро захлестнет и вас. Почему я дьяволов укушу? Кто-нибудь знает? Надо вот этого пинать. Так, и вот это вот. Ой-ой-ой. Разъехались. Но я же говорю, не надо было кэмп брать, надо было их поймать и нормально повоевать. А так мы сейчас все отъехали. Ладно, это не критично. Тут стенка есть, ну значит кэмп этот самозадефается. Давай, респись быстрее, родной, давай. О, наш кэмп забирает. Да блин, что-то тут шляпа какая-то, по-моему. Здорово, брат. Чё как? Прощай. Нам их нужно убивать, а не рейсить. Мы не зарейсим столько, сколько у них хп. Что происходит-то, ребят, кто-нибудь понимает? Ну ладно, давай рейсить, потому что мы уже точно проиграли, хоть немножко хп ему поубавим. Ну, я не понял, куда пошел Седогриф, он типа пошел в дефать, что ли, или чё? За маной я бэкнусь, и потом перелечу сюда просто и задефаем его. В целом у нас все хорошо, потому что у нас... Все форты живы. И при этом кэмпы собраны. И в целом катка идет спокойно. В спокойном русле. А то иногда бывают катки, что прям... Вообще жесть какая-то. Так, сейчас пришлось потратить гаст, чтобы задефиться. Это тоже нормально, в принципе. Иначе бы сейчас мы тут бы в этой комбе ехали бы. Ай. Так, летим вниз, судя по всему. 10 секунд, кстати, слушай. 5 секунд. О, я умер, да? Я умираю. Блин, хрень сделал. Мы убили, конечно, там кого-то, но это шляпа. И сейчас тут Мурадин еще, если отъедет, то это минус кип. Ладно, хреновая была затея. Я пытался их под форт пнуть, но там что-то уже и Диабло далеко стоял. И Ешку я зря потратил. Надо было пешочком сюда зайти, дунуть, а на Ешке через эту стенку улететь. Ну вот будет мне уроком. Мало же играю на фолстаре-то. На Кильтас там что-то ругаются.
Там Кильтас, походу, влетел как-то неаккуратно. Так, это, допустим, я убил. Сиди на месте. И тут мы все разъехались, да? Клево. Клево, клево, клево. Двоих разменяли на одного. И снова я гаст применил хреново. Ладно, короче, надо просто перестать играть на фолстаде на этой карте, видимо. Он просто рейсит хорошо, но... Но в остальном, видимо, конечно, не очень. Надо быстрее респиться. Давай. Я мысленно с вами, братцы. Дефент. Согласен, нам нужно дефать. Только не торопитесь меня, подождите. Ну пусть наш танк пойдет вперед, а то рубаки-то у нас нет. Не нравится мне то, что тут происходит. Опа. Так, кого-то можно, кого-то нельзя. Тебя убьем. Ну, глупо потратил газ, конечно. Но с другой стороны, мы же его убили. Убили, пускай он резнулся мгновенно. Так, все отлично. Кильтас, чекающий кусты лицом, это, конечно, очень интересно. У них, конечно, есть потери, но всего лишь одна. Дьявол треснулся мгновенно. Он еще и эти танкует. Но Кильтас слабый у нас, конечно. Я не знаю, кто рядом стоит, того и пинаю. Как бы у меня такая логика. Ну и все. Вот всех и разобрали. Разобрали, вернее. Разобрали. Что с ударениями у стримлера? У стримлера сегодня что с ударениями? Так, отпит. Я бы за маной, кстати, бэкнулся, а то маны-то нема. Пойдем тогда на баску. Ну, судя по спокойному течению этой катки... Команду подобрала и мне более-менее нормальную, и им. И у них есть фидер, и у нас. Ну и я тут туплю, конечно, гасты налево-направо раздаю. Никому не нужные. Ну где там я? Вот я его все равно пинать буду, брат. Блин, он выжил. Лол. Отвалите. И стенка еще мешается. А за что меня бьют? Я молотом по кому-то попал, лол. Так, минус катапульта. Да лол. Надо было Ешку юзать, а я ее сейвил. Думал, сейчас допинаю Империю, а потом отойду. Короче, куча микроошибочек, как и всегда, впрочем. Главное на этих микроошибочках не отдать катку.
Ай. Мне не нравится то, что у нас тут происходит. Трепещи перед моим гневом, демон. Трепещи перед моим гневом, смертный. Снова у нас кельтас сдох. Сколько там у него уже? 7. Молодец какой. Фидит прямо из всех последних сил. А, у них кора горит, лол. Который с уважением придется запинать именно Диабло. Нет, не запинаю, а битка. А стукова вот запинали. Вот тебя зато убьем. Как же туго у нас все идет. Оп, молнии тебя, дамочка. Ну, в принципе-то, неплохо, конечно. Могло быть и получше. Так, не трогайте моего кельтаса. Мы уже поняли, что он фидер еще тот, поэтому надо его сейвить, а то он прям что-то совсем никакой у нас. Брат, ну ты умрешь, нет? Где моя ускорялочка? Тычку, тычку! О, успел. Что там происходит-то? Чё мои челики не рейсят, пока могут? Ну слушай, брат, ну ты чё вот пришел сюда? Зачем? Объясни. До свидания. Маны нет, но есть перелет. За манной бэкнусь. Ну и вместе с этим имморталом закончим. Но эта катка такая, спокойная достаточно. У нас фидер, у них фидер более-менее балансно. Вот, я думаю, сейчас выиграем. Получается, вышли в нолик. Вот. Ну и уже в следующем видео я все-таки постараюсь именно что апаться. А то я что-то на месте так чусь. Хотя должен получше играть, ведь на чатик не отвлекаюсь. Можно было потратить полет, конечно, но что-то я этого сделать не захотел. Ой, ну слушайте. Да блин, я даже дунуть не успел. Хрень какая. 4000. Сейчас Седогриф должен зарейсить. У них, кстати, кора горит. Причем сильно горит. Вряд ли у них тут кто-то что-то дефать будет. А, Светик дефает. Значит, вот так, да? Однако. Но это не наш иммортал, и пойдет он вниз. К сожалению. Что-то внезапно появились шансы у врагов. Мизерные такие шансы на камбэк. А я уж думал, все, тут уже конец. А мы что-то развалились. Я, главное, всех убил, а мы потом развалились. Бы вы меня злите? Ну да. Кексом своим и минус 25 армора. Опять? Брат, опять? Так, ну минус Z-ка. Ну что, лизнул фонтан случайно? Даже не заметил этого. Ваша смелость велика, смертная, но демон всегда. Ого-го-го-го, куда ты там решил залететь-то, братка? Оп. Оп. Ой, давай, хорош, давай. Молодец. Ну вот и минус один. Сейчас нужно вот это вот дефать.
Ну дядя, дядя, ну ты что творишь-то, дядя? Вообще, кстати, он мог меня убить, если бы пинал меня. Но он что-то это... сикнул. А еще мы можем в кору пойти, но моя команда не хочет. Однако. Однако, здравствуйте. О, все, 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 понял, принял, понял, принял, с уважением. Нет, так нет. Блин, ну а теперь у нас минус хил прямо перед точкой. Прямо перед точкой минус хил, это нехорошо, конечно. Да что ты меня так пинаешь-то все время? Да блин, ну все, ГГ. Ой, лол, вот прикол. И Кильтас все время в Диабло шарик дает, вы заметили? Нет бы в Орфею дал. И Лунара выжила. Капец, ну все, ГГ. Ну, этот Иммортал уже дойдет до нашей коры. И это мне категорически не нравится. Как же Диабло, конечно, влетает в фолстада жестко. Ну, Мурадин не дефейт от Диабло. Чайно. Ну, мы все посыпались, да? Да. Ну, Стуков сейчас просто умрет, если продолжит так делать. Я вот тоже хотел немножечко попоукать врагов, в итоге отъехал сразу же. Блин. Просто пинаем по фокусу. Кильтас просто, это рофл какой-то? Кильтас 24 на 7 шарик в Диабло дает, вы заметили? Это уже не смешно. Но я понимаю, типа там у нас... такая была ситуация, что он типа пытался просадить Диабло, потому что мы типа его могли бить. Но сейчас-то он что в него шарик дал? Шарик в Орфею и погнали, или там шарик в Лунару. Лунару вот вообще за изи убить, если в шарик у нее кинуть. Так, ну ладно, Иммортал наш, это самое главное. Ай. Иммортал наш, и вместе с Имморталом сейчас погнали, короче. Фонтан только лизнем. Жестко. Нигде не укрыться от моего взора. Хорош, еще и фиданул. Лучший. Просто лучший. Отлично. Короче, ребятки, надоели. Ну, вот, собственно, и вышли в ноль. Ну, не знаю, как вроде бы вначале была стабильной, а что-то под конец прям дичь началась какая-то. Ну и ладно, главное, что мы выиграли. Жалко, что мы, конечно, в нолик вышли, но в следующем видео, надеюсь, уже будет плюсик у нас работа. Я, соответственно, побежал выкладывать это видео, а... потом уже буду записывать. Ну а вы можете лайк там поставить, я не знаю, комментик написать.
195 очищу. Вот такая катка, вот такие таланты. Ну, слабо-слабо я играю на фолстаде. Беру его, потому что на этой героя нужно, ой, на этой карте нужно рейсить, а героев для рейса я не люблю, потому что это автоатакеры все до единого, а я на автоатакерах как-то, ну, не знаю. Ну, на ком я играю из автоатакеров? Ну, на Тайкусе, да. Но Тайкус тут не подходит. А на Вале, Рейнере, Фолстаде, Лунаре я на них очень мало играю, на самом деле. Ну ладно, в любом случае, всем, кто посмотрел, спасибо, ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на группу ВК, сообщество Battle.net, сервер Discord, оформляйте спонсорку, чекайте мой инстаграм, дальше в играх и не только, и пока-пока.